Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзорчике вот такой вот или значок, или там, не знаю, я думаю, что значок. Единственное, что про него я знаю, это значок из швейцарской горно-спасательной службы 1950-1960-х годов. Утверждать, конечно, я про это не могу, не знаю точно. Вот дали мне его в таком виде под реализацию, думал оставить себе, но все-таки как бы коллекционирую монетки. Значок как бы в едином экземпляре мне лежать как бы неинтересно будет. Ну что ж, коротко о данном значке. Как я говорю, это мне так сказали, что знак швейцарской горно-спасательной службы 50-60-х годов. В реалии или просто значок, или просто какой-то сувенирный значок, утверждать не могу, точно не знаю. В гугле про него ничего нету. Вот про значок могу сказать, что он штампованный. По весу это не серебро, хотя так вот видно, что как будто какой-то вот. А может и серебро, я утверждать тоже не могу, не знаю материал. Вот. Что же у нас здесь? Нет, здесь изображен цветок Эдельвейс. Это уже означает, что значок не СССРовский. СССРовский значковый Эдельвейса никогда не изображали. Здесь у нас альпинистское снаряжение. Это, то есть у нас тут специальный шнур или трос. И горный вот такой вот у нас молоток. Как он там называется? В другой стороне видно, что он штампован. Проб я нигде не вижу. Так вот, у нас застежка чуть-чуть согнута. Ну, вроде бы там не видно пробы. Вот. Или так оно, может, при штамповке загиналось. Вот. Залито у нас здесь олово. Аккуратненько. Олово не чересчур, а все аккуратненько залито. Как будто сделано вручную. Здесь лента у нас. Сейчас на весах мы их сейчас извесим. Так, застежка у нас отлично работает. Повесил и красивенько смотрится. Вот. Будет продаваться в Фейсбуке на аукционе. Ссылочку потом размещу в описании. Вот, можно будет зайти. И если захотите, поучаствуйте в аукционе. Специально делаю обзорчик. Вот, потому что гарантировать про значок ничего рассказать не могу. Историю я его не знаю. Как он у нас появился, где он взялся, тоже не знаю. Мне вот предложили там монетки, всякое остальное барахло. Попался мне там такой вот значочек. Попросили реализовать. Вот будем реализовывать. Сейчас мы взвесим этот значок на наших весах. Так, 0,00. Вложим наш значок. Вес у нас 3,11 грамма. Такой вот у нас имеет вес данный значок. Кого интересует, видели краткий обзорчик, видели взвешивание. Так что и вопросы, тот более детально знает, можете писать. Еще раз говорю, в гугле я ничего не нашел. Может, я не там искал, но ничего я не нашел. Так что такой вот у нас значок. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписываем. Будет еще много интересных вещей сниматься потихонечку. Времени не хватает снимать много видео. Вот, так что снимаем редко. Показываем вам, что же у нас есть здесь интересного. Всем пока, до новых встреч. Не забываем подписаться.